Очевидно, что мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на территории Украины, равно как и наше оружие не сможет быть использовано за пределами территории Украины, потому что это запрещено статьей 11 Конституции Италии. Мы не воюем с Россией, мы занимаемся только защитой украинской территории. Сопротивление украинцев и тупиковая ситуация — это то, что должно будет усадить Владимира Путина за стол переговоров, потому что нашей целью является достижение справедливого мира, то есть мира, который гарантирует независимость Украины от российского влияния. 31 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его правительство не позволит использовать отправленное в Украину оружие за пределами ее территории для нанесения ударов по целям в России. В число стран, которые призвали ослабить ограничения или сделали это относительно своих вооружений, отправляемых в Украину, входят Великобритания, Нидерланды, Швеция, страны Балтии, Финляндия, Дания, Германия и Франция.